Всем привет, вы на канале Китайский Бампер. Сегодня обзор на электромассажер Scarlett, модель SC202. Так, коробку убираем. Так, что он себя представляет? Такая палка и массажная головка. Головка. Несколько режимов, о них поговорим позже. То есть здесь такая штука, можно удлинять. И здесь штучка такая, она крутится, чтобы изменять наклон вот этой массажной головы. Также в комплекте насадки идут три. Для башки, чтобы массировать бошку. Для тела и для точечного массажа. К члену можно при этом приложить. Так. Посмотрим, включим в розетку. Розетку включили. Так, что, если без насадки, просто убираем. Включаем, она просто вибрирует. Вторая. Второе положение, это просто горит, может там к носу приложить, к жопе. Следующее, массажирует и горит. Так, если насадку одеваешь, вот такой вот происходит эффект. То есть греет и одновременно массажирует. Есть просто греет, есть просто массажирует. Ну и там другие насадки также одеваются. Они как-то. Вот. Вот такой вот обзорчик на массажер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующих видео.